Спонсор прогноза погоды – единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В субботу в Самарской области пасмурно, осадки в виде небольшого, но продолжительного дождя, 12-15 тепла днем, ночью 11-13 градусов выше нуля. Ветер юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 16, ночью 14 выше нуля, западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, продолжительный дождь, днем плюс 13, ночью также 13 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, плюс 12 градусов в дневное время, ночью плюс 11, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 85%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.